Всем привет, ребятки, с вами Флэш, продолжаем играть в игру Miss Created. Короче, опять у меня пропал почему-то квадроцикл, не знаю, я вроде заходил через сутки, на нем поездил, все повключал, но походу не сработало и посчитала игра, что двое суток я им не пользовался, и он опять у меня пропал. Я останавливался возле бункера, и теперь меня тут волки начали атаковать. И причем мне кто-то с подписчиков сказал, что якобы вот этот пистолет, в котором 10-22, вот этот калибр 22, якобы это вообще какие-то резиновые пули, тренировочный пистолет, поэтому я сейчас выйти не могу даже с бункера, потому что меня тут волки держат. Они, слава богу, сюда зайти не могут. Вон, смотрите, тень какая. Жесть. Блин, я, наверное, пока схожу в бункер, вдруг что-то здесь появилось. Не, ребят, пока бегал по бункеру, они все время надо мной как-то ходили, то ли чули, то ли что, не могу понять. Поэтому придется сейчас выходить и отстреливаться. Я проснулся опять же в кусточке, как всегда, и возле меня трое волков. Я хотел без палева пройти, три выстрела сделал вот с этого револьвера, не хотел его тратить, но у меня просто был на быстром слоте. Одного волка убил, второй вроде убежал, а потом еще куча прибежала на выстрелы. Вот они сейчас вокруг меня бегают. Ладно, придется эти учебные резиновые использовать. Конечно, может, меня затроллили, но... походу слабенький пистолет, но для отпугивания волков, мне кажется, самое то будет. Так, бандажи, бандажи все на месте, если что. Сразу, чтобы реагировать. И у меня от, опять же, своего квадрика осталось аккумулятор, я на ночь забрал свечи и ремень. То есть, по сути, это нормально. Так, надеюсь, они мне на голову не спрыгнут. Опа, 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 опа. Как собака бешеная какая-то. Их тут очень много. Нога? Ох, сейчас взад, смотрите. Ну-ка. Фига себе. Не подходит. О, хорошо засадил. Да. О, есть один готов. Все, один пистолет приехал. Офигеть, еще и вытяни так-то просто, блин. Так, в этом 7, этот мы побережем. В этом 4, давайте этот. Это жесть. И не убегают же, там говорили, что они могут некоторые, ну, испугаться и убежать. Есть, еще один готов. Ах ты, блин, так он как-то прерывисто бегает. Так, этот тут стоит до сих пор, нет? Куда-то сверху забрался, вот он. Тихо, тихо, тихо. Опа. А, все, все, хана, да? О, блин. У меня останется только кольт получается. А, вот это еще есть. 4 патрона, нормально. Ох, вот это звук. Офигеть, волков, блин, вот напали-то, а. Поесть все надо. И не бежит же на меня. Ты смотри, ты сранец-то какой. Ого, меня пожрал. Так. Почему мне... А, вот он, моя ткань. Все. А, у меня же кровотек. Она сейчас сама хп восстановится, правильно же? Да. Водички просить пить. Все, пошло восстанавливаться. Отлично. Ух, волки-то, а. Итого, после встречи с волками у меня один патрон вот в этом оружии. 6-7 вот в этом. И 3 в самом убойном. Да. Да, вот такая вот не совсем приятная история. Ну что, мне остается только теперь бежать. Правда, тут недалеко, благо, есть очень крутое место. Я хочу туда очень сильно попасть. Там какой-то сбитый самолет лежит. В принципе, до него можно добежать и пешком. Единственное, что, конечно, у меня перегруз по аккумулятору. Он дофига весит, блин. 12 килограмм целых, капец. Вот, и думаю, сможем его облутать, посмотреть, что там вообще есть. А так, по-хорошему, надо было бы, конечно, какую-нибудь машину найти. Да, ребят, видите, не всегда есть просто возможность заходить в игру прям каждый день. То есть, иногда такие перерывы случаются. Но я реально предпринял все меры. То есть я его завел, покатался, повключал фары, как и советовали, чтобы игра подумала, что я с ним взаимодействовал. С минуту где-то, наверное. Может, с полминуты. И поставил. Но все равно вот на вторые сутки зашел, и он пропал. То есть, блин,
как-то странно работает. Все-таки действительно придется, наверное, каждые сутки заходить и переезжать просто хотя бы с места на место на приличные такие расстояния. Иначе каждый раз вот так вот лишаться транспорта, конечно, не совсем хорошо. Ну а мы сейчас, думаю, найдем без проблем самолет заброшенный, потому что реально хочется посмотреть, что там такое вообще. И там громаднейшая пещера. О, блин. Бежал, бежал спокойно по дороге, опять волков встретил. Три штуки. Я не знаю, как они реагируют, на визуальный контакт или нет. Но если я сейчас начну им стреляться, я вообще все патроны потрачу. Убежать вряд ли получится. Они тут весь лес оккупировали, конечно, без машины очень тяжко здесь. Как раз пошли туда, куда мне надо, блин, вот. Засранцы. Отсюда открывается такой интересный вид, смотрите, озеро какое-то и вот этот город. Там, где высотные здания, видите? Это уже там край карты. Дальше пока не открыто. И тишина. Нашел очередную домину. Видите, люди пытаются селиться где-то в таких непроходимых местах. Реально, я поднялся на какую-то гору. Дверь закрыта. Двойные стены. Периметр такой. Ничего не видно. Ребят, кажется, нашел. Это что, это турбина, кажется, да, самолет? То есть он пока летел, разваливался. Тут турбина, да, вон, по частям, смотрите. Сначала турбина где-то отвалилась. Но тут лут, наверное, не будет. Офигеть, самолетич. О, тут еще какие-то запчасти. Реально он пока летел, разваливался, смотрите. Просто по запчастям, капец. Вот это тут крушение. Тут и смотрите, деревья. Как же тут круто это сделали. Ничем не напоминает Форест. Там такие же ящики. Не ящики, эти чемоданы лутать можно было. Дверь. Смотрите, офигеть, он грохнулся. А, так он сверху, значит, падал. И вон туда вниз основная часть фюзеляжа упала. Так, давайте тогда смотреть сначала крушение, где он падал. Да, эти, к сожалению, лутать нельзя. Будет получше видно. Разметало его, капец, конечно. Просто... А что ж послужило, интересно? Причиной аварии. Ой, ребят, добежал до упора вверх. То есть вот как самолет летел. Я до упора вверх побежал. И нашел еще и бункер. Сейчас быстро его прочекаю. Вдруг все-таки повезет мне что-то найти. Ребят, первый раз что-то повезло найти, правда, не то, что я хотел, и смотрите, как необычно. Сразу вход, и буквально налево уже вот это помещение, там, где, в принципе, по идее, должен появляться лут, и вот я сразу нашел кирку, которую когда-то в свое время потерял. Но кроме кирки тут, к сожалению, больше ничего и нет. Ребят, кресло нашел. Просто кусок кресла, правда, трупов нет почему-то. Может, конечно, уже волки сожрали, крушение давно произошло. Просто, блин, три кресла стоят. Как сейчас, прям сейчас бегу как раз по маршруту разваливания, собственно, самолета. Постепенно к месту падения. Вот так он сверху вниз также потерял высоту. И летел. И вот так вот он уже тут полностью падал. Видите, уже деревья в разные стороны повалены. И одно по центру просто снесено в хлам. Видать, самый главный удар был. И вон уже фюзеляж. Сейчас мы посмотрим, что там вообще осталось. О, нашел! Нашел первый трупешник. Да, действительно, уже очень, кстати, кусок дерева как раз снесенного. Видать, очень авария давно была, и, соответственно, уже одни скелеты остались. Все пообладало живность. Давайте же посмотрим. Еще одна турбина. Правая. Двух турбин, и, походу, был. Вот, и трупы пошли. Тут уже их побольше. Надеюсь, ох. Это снизу что это такое? Типа багажное отделение, что ли, или что? Куча-куча всяких чемоданчиков. А вон еще и кабина есть. Так, а я наверх подняться смогу? В салон-то. А, я тут могу бегать даже. Прикольно. Но тут ничего нету. А, нет, что-то или что-то лежит. Не, ничего нету вообще. Ого, кусок шасси, офигеть! Еще чемоданы.
Аккумулятор. Но мне не нужен. Реально кусок просто огромного шасси. Капец. Вот это аварь. О, там еще и третий. Он двух-трехъярусный, что ли. Так, а как мне на второй ярус подняться-то? О, есть тут вход. Как раз там, где выбила дверь. О, тело какое-то пристегнутое, да, сидит? Офигеть. Без головы, вообще голову оторвал. Так он сидит еще и на дужке как-то. Так, а где тут лут искать? Просто вроде как много мелких деталей. Да, вот тут много трупов осталось, смотрите. Животные, походу, не добрали, что ли, до сюда. Так, а на верхний этаж я уже никак, да, туда не заберусь. Вот это салончик. Нормальный такой, столики. Просто я не понимаю, где здесь лут искать. Еще одна дверь. Глаза вроде разбегаются. На что обращать внимание, а на что непонятно. Еще дверь. Можно на крыло даже выйти. Офигеть, самолетище, капец. Были бы в игре они, конечно, было классно. Летать. Да, на третий этаж, походу, не судьба забраться, даже не знаю откуда. Ну там. Там еще какие-то кресла. И все. Так, ладно, идем дальше. Давайте кабину посмотрим пилота. Так, тут что у нас? Еще креслица. Так, а что там внутри-то? Непонятно. Это же кабина пилота, правильно? Ну да. И все, и нос. Ну да, туда уже не забраться, видать. Так, ребят, ну что? В принципе, самолет посмотрели, бункер тоже, пещеру пока смотреть не буду, потому что у меня и так радиация на пределе. Сказали, что чем больше ее будешь брать, начиная с 10, уже будет с явным оттенком зеленого экран. И я от этого никак не избавлюсь, пока не найду средства, чтобы снять радиацию. Я еще пока не нашел, а с зеленым экраном что-то бегать не хочется, поэтому это самая большая пещера, вот, которая здесь находится. Самое радиационно опасное, там много мест очень, где можно подхватить быстро радиацию. И вы уже, наверное, поняли, что вдалеке маячит самый большой город, высотный, с небоскребами. И, скорее всего, наверное, придется путь держать туда, сделать самую опасную вылазку. Опасную почему? Потому что там очень много кемперов сидит постоянно на всех крышах. На многих, точнее. И просто сидят, ждут вот таких вот залетных. Но мне деваться некуда. Опять остался без машины. Вон он, город громадный там. Домишки опять пытался строить. Потому что я до сих пор не могу найти нормального оружия. А это единственный способ хоть как-то там залутаться. Так, маршрут, наверное, выберу через вот этот городишко. Вон тот городишко. И уже будет центральный, чтобы максимально идти. Это у меня уже по воде вообще жесткие запасы. Нужно однозначно к озеру сейчас спуститься, бутылку наполнить. Иначе я просто банально не добегу. И будем уже бежать пешочком, просто самое, наверное, опасное будет путешествие. Если умереть, то все. Уже никуда. Придется, наверное, по пути будет аккумулятор выбрасывать. 12 килограмм, все равно машину, я чувствую, тут не найду. Вот так вот. Так, первый встречный городишко. У меня вода что-то жестко начала убывать. Я не знаю, может это из-за температуры, может уже ввели влияние температуры тела. То есть у меня 37,9 уже, то есть все очень прилично зашкаливает. У меня жажда очень серьезная начинается. Еще и туман. Непонятный городишко небольшой, но я его быстро проверю на предмет всяких разных. Вдруг машину действительно повезет найти. Да, ребята, какие-то складские помещения, но лута здесь недостаточно много. В принципе, на машину запчасти есть, но самой машины, к сожалению, нет. И лута как такового тоже особо нет. Опять нашел крутой фонарь. Вот смотрите, как этот светит, да? Вот. И вот он, новый фонарик. Но я боюсь выкидывать свой основной. Потому что, блин, уже был прецедент, что я оставил вот этот крутой, и он у меня просто пропал. Ну, какой-то баг игры, вот как бывает. Куртка пропадет, еще что-то. Поэтому он, конечно, круче намного. Он вообще светит офигенно и далеко, и ярко. Но, блин, опасно вообще, потому что есть вариант без фонарика остаться. А тут без фонарика, ну, никак нельзя. Ого, тут какая-то сеть просто вот наверху, смотрите, переходов. Вот по доскам опасненько так. Я, правда, не знаю, куда она приведет, но... А, тут типа еще прыгать не надо.
Ну куда-то. Да, вон свечи лежат, то есть тут можно было подняться. Вот свечи. Ой-ой. Так, а там что ли перепрыгивать придется? О, блин. Ух ты, ё. Вот это интересно. Вот тут, видите, даже такой небольшой трамплинчик, да, я так понимаю. И типа туда, туда прыгать, так я же не при... Ого. Не. Не хочу рисковать. Так, ребят, я все-таки одну попыточку сделаю. Ох, есть. Я не думал, что он просто так далеко прыгает аж. Ой, а тут что, прыгать придется? А, там ничего нету, да? Ага. Ребят, обнаружил еще одну серьезную базу. Тут сколько? Этажа 3, наверное, да? Причем колючечкой обделано, то есть человек уже кучу рецептов понаходил. На колючке лучше не напарываться, потому что кровотечение и отравление можно получить. Так, а под машину есть у него или просто домик? Гаража как такового нет, но он половина в воздухе как-то висит вообще в деревьях. Понятно, что это недоработка еще, но... Так, и тут рампа какая-то. Зачем эти рампы вообще? А, он по ним типа заходит или машину сюда загоняет. Смотрите, там двойная сетка. Вроде ничего не видно. Ух, блин, я отвечаю, мне сейчас пот аж бросил. Мне показалось, это человек 5 на меня сейчас смотрит. Потому что у них цвет отличается у этих гномов, как будто лица. Я просто охренел, офигеть, меня аж дрожь бросила. Короче, я думал, за мной просто 5 человек, 5 рыл наблюдает, как я тут что-то вынюхиваю. На мушке держат, тут угорают. Ух, ну этих гномов, короче, они реально до инфаркта доведут. Я думаю, вот это нормально, ребята засели, угорают, как я там что-то вынюхиваю. Ну нафиг эти дома, блин. Тут, конечно, вот из-за того, что долго никого не встречаешь... как бы притупляется немножко там и бдительность, все притупляется. Но потом, если вдруг что-то происходит, ты настолько это тебя поражает сильно, потому что ты как бы все уже не готов, ты уже отвык, ты думаешь, как бы один бегаешь по этой карте, и вдруг что-то из ряда вон происходит. И аж в сердце в пятки, реально, вот, потому что один-один-один, а потом бах, что-то кого-то где-то встретил, услышал звук какой-то непонятный. А это там кто-то едет на машине или еще что-то. Стреляется. И ты понимаешь, что ты не один в этом мире, а ты привык, что один. Так, вот последний городок маленький перед большим. И все. И после этого уже просто большой, там громадный просто город. Там его реально на целую серию лутать можно. Хочу просто все здания посмотреть. Охо-хо, нашел. Опа, и антирад таблеточки. Нифига себе. Так, это что у нас такое? G30 раунд. Вот это винт. Еще и патроны. А, веса не хватает. Ну все, аккумулятор бай-бай. Так, зашкериться надо. И понять, что это такое я нашел. Ой-ой-ой. Крафтед 5.56 райфл. Так, а вот это мне что за патроны? Блин, 7.62, не те. А вот к нему, да, 5.56. Это, короче, вроде как серьезная должна быть агрегат такой. Ой-ой-ой. Ну, такой, конечно, на вид так себе, но... Прицел, кстати, кривит. Видите, мушка одна, а точка чуть правее берет. Странно как-то. Так, ладненько. Вот он, да, собственно. И мы сюда заряжаем вот это. Ну-ка, 7.62 можно-то лупануть? Не, нифига. Нельзя. Так, ну неплохо, слушайте. Очень достойно. Итого мы имеем уже 8 тут, 5.56 и 7 в пистолетике. Мне кажется, для веса, опять же, придется вот эти пистолеты выкинуть. 5.45. Кстати, похоже, что я таскаю два одинаковых пистолета. Точнее, они стреляют одним и тем же калибром. Вот 45 и 45. SCP rounds. SCP rounds. Да, и походу придется какой-то пистолетик выкинуть. Но вот этот вроде помощнее, чем вот этот. Поэтому, наверное, это тоже вес лишний уберем. Ну это вообще какой-то тренировочный, я думаю, что и на него патроны-то я никогда не найду. Ну ладно, он весь немного, потаскаю пока что. Я так понимаю, что это такой как пригород, там где вот я сейчас гуляю, потому что вот видите, если по прямой туда идти, то уже начинаются более высотные здания, и мы постепенно перейдем уже в основной город. Но, коль пошла такая пляска, я сначала хочу весь пригород облутать, я его лутаю, собственно.
Естественно, в паузе, чтобы вас не утомлять этим действием, потому что мне нравится. Постоянно ходишь, что-то выискиваешь. Реально круто. Еще фонарик классно светит. Поэтому, если вдруг что-то буду находить, конечно, буду включать. Кстати, посмотрел описание таблеток. До 3 их можно стакать. И написано описание, то, что медленно снижают типа уровень радиации, да, я так понимаю. То есть, неважно, сколько у тебя радиации, хоть даже 100, если ты одну принял, она у тебя все равно спадет до 0. Это, конечно, радует. То есть, запас теперь есть. Опа-на! А вот это, ребятки, походу, супер тема. Тактикал, что там? Тактикал Вест. Раз, два, три, четыре. А у меня крутяшечка на раз, два, три, четыре. То же самое, подожди. Хотя бы на 5 бы дали. Или я могу ее сверх крутяшки одеть. Я сверх крутяшки ее одеваю. Короче, еще слоты появились. 4 штучки. Вот это неплохо. Да, вот она, сверх крутяшечки. Вообще нормально. Топовый рюкзак и вест этот. Этот. Вот это хорошо. О, патрончики 5,45. Это как раз они, получается, идут вот к этому, да? Пистолетику. А, ну да, вот они же есть. Разряжаем. И патрончик вот сюда. Вот, уже поинтересней. Ребята, кажется, мне несказанно повезло. Таксяра! Так, а теперь наблюдейшн. Я уже начинаю понимать весь кайф, когда наступит, когда я всю карту изучу, что пойдет в этой игре у меня лично. Потому что эта игра, это, наверное, процентов 80 наблюдения. Наблюдение за другими игроками, где-то сидя в засаде, это свой кайф особенный. Но пока что меня привлекает карта. Вот тачка, куча приманок всяких разных, просто, она настолько реалистична в этом плане. То есть ты в тенечке, хоп, и наблюдаешь. Вот не палит никто эту тачку? Интересно. Ух, сейчас соберем таксиару. Таксиара четкая тачка, седаны вообще классные все. Что сразу ем с этого, так сказать, со стола прям, потому что не хватает слотов. Так, ну что, давайте тогда ее изучим сейчас, что там мне есть, что нету. Такси — это хорошая машинка. Она и быстрая, и юркая. Ни одного колеса нет, капец. Вообще ни одного. Вся разутая. Зато заправленная чуть-чуть. Отлично. Но собрать, я думаю, будет не проблема. У меня, по сути, аккумулятор я уже видел, где топливо тоже. Осталось только колеса. Там еще кто-то говорил, якобы грузовик не ехал из-за того, что там был низкий уровень масла. Но в этой игре это еще не реализовано. То есть вообще топливо не тратится, ничто ни на что не влияет. Поэтому... Кто уже точно 100% уверен, просто я не на 100% уверен, но то, что это не реализовано, вроде все практически говорят. И уровень масла никак не влияет на скорость езды. Напишите, что вы по этому поводу думаете. Сразу закидываю дизелек лишний, потому что когда будет рестарт происходить, чтобы я мог заправлять и маслиться. Благо масла и дизеля очень много. И мне сейчас хотя бы найти аккумулятор, потому что даже на дисках она едет немножко, чтобы отогнать в кусты, чтобы она вот так вот просто на открытом месте не стояли, иначе такое палево вообще. Капец, нашел патрон опять 22, а я этот пистолет выкинул, потому что думал, что все уже, его не найду. Ну, патроны 22 такое, 4 патрона, ладно, придется выкинуть. Я, честно говоря, что-то подумал, что он вообще редкий настолько, это 22, который типа резиновые пули. Кто-то там пошутил, я, может, не пошутил, фиг его знает. Но прикол в том, что я их опять нашел. Что-то тут везет на оружие. 5,45 опять. Очень прилично везет. Так, опять ружбаечку нашел. 5,45. Причем, смотрите, магазины разные. Вот то, что только что я подобрал. А вот пистолетик тоже 45-й калибр. Видите, магазины разные. Отличаются. Но я так понимаю, если их все разрядить, то... Пули будут, да, они абсолютно одинаковые. Их все можно состакать до 10 единиц. Ха, интересно. Так, а в каждую обойму тогда сколько? В каждый магазин. В этот 10. А в этот? В этот 7. Но он получается и убойнее, это вот этот. Да, этот убойнее, поэтому этот опять выкидываем, пистолетик. Сюда, и к нему еще 3 патрончика, и эту обойму выкидываем. Вот это по-любому, по убойней.
Аж тут 6 патронов. То есть у него 7 в обойме, еще 6 дополнительные. Вообще четкие, конечно. Пистолетик. Ребят, еще один рюкзак большой нашел. Жалко, два нельзя надеть. Один спереди, другой сзади. Офигеть, слотов еще. 6 на 4. Такой же, как у меня. Так он такой более серый, у меня зеленый. Зеленый оставлю. Патрончики. Что мне прям реально начали часто попадать. 9-миллиметровые. Они у меня вот в этой пушке. Да, я могу сюда дозарядить их. Разрядить. По-моему, выкинем. О, могу, отлично. Хорошо. Опа-на, сразу и аккумулятор, и одно колесо нашел. Но аккумулятор важнее. Поэтому беру его и тащу быстренько в машине, чтобы ее уже отогнать. Так, вроде все тихо. Быстро все вставляем. Пытаемся на нее уехать. Да, едет немножко. Но мне хотя бы до леска он туда ее хотя бы спрятать, и все. Это уже будет лучше, чем она вот так вот будет открыто стоять. Нормально. Давай, тяни, тачечка, тяни. А, неплохо так едет, даже без колес. По прямой, смотрите, даже на разгон уже пошла. Очень достойно. Какие-то елочки надо загнать. В горку, наверное, не втянет туда. Ну, хотя бы сюда уже получше. Не так бросается в глаза. Что нам в лес вообще не тянет. Я вот так вот максимально близко ее прижму к домику. И все. Это с собой буду таскать. То есть я ее просто с глаз убрал, как бы, да, с этой стороны. Все-таки меньше вероятность, что пойдет кто-то. Вот так вот нормально, все. О, ребят, одно колесо притащил, уже намного бодрее поехало, смотрите. Офигеть. Уже на уровне грузовика поехало с одним колесом. Грузовик примерно так же ездит. Но теперь его уже можно спрятать получше, и все. И потихонечку дособирать. Так, все, ребятки. В общем, я уже сам дособираю. Тут три колеса осталось. Ну, а дальше будем двигаться дальше, как говорится. Все, ребятки, с вами был Флэш. Увидимся в следующем видео.